Всем привет! Вы на канале Кикидо. Вы, наверное, думаете, к чему этот весь маскарад? А все к тому, что мы сегодня охотимся на привидения. Пап, вылезай! Пап, хватит, вылезай! Привет! Друзья, как мы вам сказали, сегодня у нас будет необычный день. Сегодня у нас будет битва с привидениями, и в этом нам поможет... Вот такая вот игра! Игра еще называется Джонни Черепок. Это, кстати, он. Как указано на коробке, в комплекте Джонни Черепок. И его бластера, с которым мы будем убивать привидений. Ну что, приступим к самому интересному. Распакуем нашу игру. Так, держи коробочку, я тяну. Круто! Ух ты! Ну, как мы вам и говорили, в комплекте два бластера. То самое оружие, которым мы будем уничтожать привидений. Пап, мне уже не терпится опробовать их. Давай, открываем. Вау! Круто! Круто! Чем-то они напоминают космическое оружие, да? Точно! Наш бластер имеет звуковой сигнал. А также у него есть счетчик с дисплеем, на котором будет указано, сколько привидений мы сегодня уничтожили. А также, как у всех бластеров, есть кнопка выстрела и перезарядки. Что, Камиль, настал тот момент, которого мы все так долго ждали. Знакомьтесь, Джонни Черепок, главный герой нашей игры. Суть игры заключается в следующем. Наш Джонни Черепок боится привидений. У него в глазу проектор. И он во время игры будет постоянно двигать головой. И куда бы он ни посмотрел, везде ему будет мерещиться страшные привидения. Это которые мы будем убивать? Которых мы будем уничтожать с помощью наших бластеров, которые мы вам показали. Наш Черепок имеет три уровня сложности. Первое – для новичков, вторая – чуть-чуть сложнее, а третья – для профессионалов. Ну что, я думаю, что мы приступим к игре, но прежде я хочу попросить наших подписчиков написать в комментариях, боятся ли они привидений или нет, и если да, то как они борются со страхом. Как ты думаешь, нормально? Да. Ну что, Джонни Черепок, настало время для уничтожения привидений. Ну что, ты готов? Да. Мы готовы. Осталось выбрать уровень сложности нашей игры. Мы с Каменчиком выбрали какой уровень? Третий уровень. Это самый сложный. Это для профессионалов. И я думаю, что мы справимся. Так, после того, как мы нажмем на кнопочку, наш Джонни Черепок спроецирует нам на стене мигающее привидение. Для чего это необходимо? Для того, чтобы мы несколько раз постреляли в это привидение, и наши бластеры синхронизируются с нашим черепком. После этого начнется игра. Ну что, поехали? Поехали! Страшно? Да. Это же привидение. Так, сейчас я нажимаю на кнопочку. Так, я нажал. Ага, нет, секундочку. Сейчас я его включу и нажму. Нажимаю. Вот наше привидение. Все. Бластеры активировались. Все. Какие звуки? Где? Оп! Я подбил. Я второй. Оп. А. Ты успеваешь? Да. Опа. Я не успеваю за ними. Оп. Какие жуткие звуки. Где привидение? О! А, не, кстати, после 6 выстрелов обязательно надо сделать перезарядку. Вон. А. Если не перезарядишь, то оп. У тебя бластер не будет стрелять. Оп. Где? Оп. Так. Я ему не успеваю за привидениями. Это сложный уровень. Держи! Оп. Опа! Ну что? Оп!
Скажите, ну что, где? Какие ощущения у тебя? Вот там. Опа! Наверное, я выиграю. Счетчики записывают. Привидений, кто сколько сбил. Оп! Все, игра окончена. Мы всех привидений поубивали. Сейчас посмотрим, сколько у нас показывают наши счетчики. Так, мой счетчик показывает 8. А мой 17. Камильчика счетчик показал 17. Молодец. Камильчик меня победил. Но это было очевидно. Ну что, включаем свет. Ну вот наша игра подошла к концу. Ну как тебе, Каминчик? Классная игра. Игра на самом деле просто суперская, очень веселая, очень забавная. Нам очень понравилось. Местами даже немножко где-то и жутковато, особенно когда вот эти звуки были. Так что, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить наше следующее видео. Пока!